Друзья, подписчики, и просто те, кто смотрит мой канал, не подписывается, передаю вам всем огромный привет. Буквально вчера мне вечером написал мой один знакомый. Он занимается копом. Ну, я думаю, не надо объяснять всем это. Это человек, который ходит, ищет всякие денежки, старые монетки. И что он мне позвонил, сказал, говорит, был я в одном месте, тоже нашел, зашел в дом, тоже там поискать монетки, всякие статуэтки, что там. И, говорит, в этом доме стало что-то происходить. Я, говорит, прямо чувствовал, что что-то в этом доме есть такое. То есть при нем упала то ли кружка, то ли что-то, он сказал, упало прямо на глазах. Он говорит, я этим не занимаюсь, боюсь этого всего. И, то есть, я, говорит, вышел и вспомнил, говорит, что ты занимаешься такими местами. Вот за это, говорит, я тебе позвонил, набрал, дал мне адрес, координаты скинул. То есть я вот по координатам зашел. И то есть вот, да, вот реально это место, вот стоит дом. Я еще в него не заходил. Ну, так что сейчас пойдем посмотрим. Здесь, как можете видеть, вот мои вещи еще. Вот мои вещи. Я их скинул. Следы, что я один хожу. Так, я думаю, вещи у нас с вами не утащат. Тут нет никого. Вот он. И он самый. Блин, еще ослабло на камере, болтается. Как будто глаз. Как будто лицо. Пойдем в дом. Вот еще оставить какой дом один. Это что? Тут вообще упал. Туда даже заходить не буду. Коляска.
Здесь есть кто-нибудь? Палок нету уже. Вот напугало, а. Тихо. Зеркало. Так. Ребят, честно сказать, да отстаньте, прям на голову летай. Ребят, вот, честно сказать, здесь я такого плохого ничего не чувствую. Здесь что-то забытое. Я много где побывал, но я не чувствую здесь какой-то опасности. Так. Сейчас схожу за вещами и проведу сеанс ЭГФ. Мою любимую тему. Так что смотрим. Друзья, что я могу сказать? Пока я расставлял камеры, я ничего такого серьезного не почувствовал. Какой-то опасности или что-то. Здесь что-то такое доброе. Сейчас отключил ЭГФ, попробуем провести. Тот, кто тут обитает, вы можете выйти со мной на контакт? Тот, кто тут обитает, выйдите со мной на контакт. Я могу. Вы можете сказать, кто вы?
Ну, отец поступил, это уже хорошо. Вы можете сказать, кто вы? Бабушка, я. Бабушка. Как я и говорил, что ты такой добрый. Как давно вы тут находитесь? Ответьте мне, пожалуйста. Всегда тут. Вы не покидаете это место, да? На данный момент вы сейчас здесь одна? Сейчас да. Почему сейчас? К вам еще кто-то приходит? Сюда приходил человек недавно. Это вы его пугали? Ответьте мне, пожалуйста, бабушка. Дед. Дед? Где сейчас находится дед? Бабушка с дедушкой. Где сейчас находится ваш дедушка? Или дед? Скоро придет. По делам ушел? Дед ушел по делам?
вы можете сдвинуть какой-нибудь предмет, либо его уронить. Сдвиньте, пожалуйста, какой-нибудь предмет. Это тяжело. Тяжело? Зато дали знак. Правда ли, что помимо добрых есть еще злые духи? Вы можете мне ответить на этот вопрос? Постоянно хотел ребят задать этот вопрос. Правда ли? Правда. Правда? Я не сомневался в этом. Приходит Ирод. Какой Ирод? Икону украли. Икону украли? Икона защищала вас? Вас защищала икона? Ее украли? Если я вам принесу новую икону сюда, она вам поможет? От него, да. От этого Ирода. Да? Я так понимаю вас, бабушка? Меня зовут Евгений. Вы можете повторить мое имя? Повторите мое имя. Женя. Правильно. А вы можете назвать свое имя? Могу ли я узнать ваше имя? Баба Тамара. Баба Тамара? Хорошее имя.
Бабушка Тамара, у меня расставлен сейчас свет. Он вам мешает? Вам этот свет, который я расставил, он вам мешает? Нет. Не мешает? Ну, слава. Дед идет. Дед идет. А где был дед? Он будет злиться, то, что я здесь нахожусь? Он будет у вас ругаться, то, что я здесь нахожусь. Не должен. Это хорошо. Чай будешь? Какой? Смородины. Нет, спасибо. Спасибо, конечно, бабушка, но я не буду. Как вы видите сейчас свой дом? Чай и смородина. Все растащили. Ну да. Это дед буянит. Сейчас упало что-то. Это дед буянит. Бабушка. Печь пытается растопить. Печь растопить. Как? Как ее можно растопить? Вы можете ответить, сейчас ноябрь 2021 год. Какая у вас дата? Сейчас у нас ноябрь 2021 год.
Какая у вас дата? Это невозможно. В смысле невозможно? Где вы сейчас находитесь? Где вы сейчас находитесь? Рядом с голосом твоим. Есть, да, у тебя что-то такое прям ощущение, что ты есть. А вы меня видите? Вы меня видите? Вы меня видите? Слышу. Это чтобы я не повторялся? Или вы меня просто слышите? Почему дед... Идет Ира? Куда идет? Куда идет? Почему дедушка не отвечает ничего? Куда этот Ирод идет? Уходи. Почему я должен уходить? Я не боюсь его. Могу ли я вас как-нибудь защитить тут? Ответьте мне что-нибудь, пожалуйста. Я не чувствую ничего опасного у вас здесь. Этот Ирод, он к кому относится?
друзья. В общем, пробыл я там. Больше никаких ответов не поступало. Так я и не понял, что это за ирод или кто там. Не понимаю. Больше на ЭГФ мне никто ничего не отвечал. Я не знаю, почему они его испугались или чего. Кому было сказано, уходи. Ну так, как я, в принципе, почувствовал, что не опасно это место было. Сразу было видно, что какое-то место дружелюбное, гостеприимное. Бабушка даже чаем пыталась угостить. Наверное, любила угощать чаем всех. То есть надо будет иконку привезти туда, чтобы вот этот кто-то не ходил к ним. Фух, устал. И, в общем, как-то так. Так что, ребят, спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И пока. Ставим лайк. Как будто лицо.